Что вам кажется самым сложным в выращивании гортензии? Топ вопросов возглавляет, конечно же, обрезка гортензии. Дело в том, что это только на первый взгляд сложно, а потом оказывается очень увлекательно и понятно. Подписывайтесь на мой канал, я здесь рассказываю о гортензиях и уход за ними. Рассмотрим обрезку гортензии на примере сорта Пиксио. Это компактная гортензия высотой до 80 см. Такой гортензии мы делаем среднюю щадящую обрезку, иначе она может не зацвести. Начнем с того, что будем резать тонкие и сухие. Вот у меня вот этот побег, вот я смотрю, вот это сухая веточка. Ну, здесь вот уже немножко начали набухать почки. Я эту веточку оставлю, ну, отрежу вот до вот этих вот пор. Посмотрим, что вот из этих почечек, какие побеги пойдут. Вот эта веточка мне тоже не нравится. Вот это тоже высохшая, ее мы тоже удаляем. Остались две веточки, поэтому вот это мы вот так вот. Вот это мы симметрично отрежем вот этой веточке. Так вот мы отрезаем. Теперь вот этот край. Что мне тут не нравится? Мне не нравится вот это антенн. Достаточно грубый секатор, к сожалению. Вот у нас остались две веточки. Вот эту веточку мы удаляем. Она тонкая, но она живая. Мы ее потом будем подукореним. Ну, приблизительно еще я оставлю вот эта часть тоже сухая. Я ее тоже обрезаю. Вот здесь поврежденная часть, ее мы тоже обрежем. Но я пока оставлю, посмотрим, что из этого будет. Теперь вот эту кривульку. Вот эта тоненькая веточка, она не нравится. Поэтому мы ее точно так же вырезаем. Так, вот эту. Теперь смотрим. Мне, конечно, она не очень нравится. Я бы ее срезала вот примерно вот по вот эту почку. Чтобы вот здесь вот почечки проснулись. И дали, может быть, лучше побеги. Вот. Но так как я хочу взять зеленый черенок еще, я оставлю эту веточку. В планах у меня немножко прикопать вот эту, посмотреть, даст ли она корешки. Вот. И, возможно, потом еще у меня получится зеленый. Взять. Поэтому я ее обрежу вот так вот, по этой почке. Так, теперь смотрим, что касается следующего яруса. Срезаем все тоненькие. Так. Так. И так. Вот этот огромный пенечек я тоже срежу. Это такое оставили в питомнике. Вот этот пенечек я тоже срежу. Эти я не буду сильно резать. Пусть у меня будет каскадная. Раз, два, три. Вот на вот этом еще мы отрежем. Теперь вот эти. Ну, примерно на одном размере. Здесь я оставлю. Ну, хоть мне не нравится вот этот побег. Ну, вот очень тоненькая веточка. Но я ее все равно оставлю. Срежем вот так. И теперь вот это. Так, что у нас осталось? Вот осталось еще вот это не срезали. Вот такая вот. Это щадящая обрезка.